Это надо летом все делать. То есть проблема-то в чем? Проблема, надо летом крышу сделать нормально, чтобы сток был не сюда. Здесь сток, вот вы отойдите подальше, сфотографируйте все правильно, и вы увидите сами, откуда это течет. Если бы от меня текло, я бы сам у себя ликвидировал эту неисправность, как сказать. То есть течет с крыши? Течет с крыши. Гигантская сосулька на улице Щепкина в Ярославле вот-вот рухнет на головы прохожим. Огромный ледяной нарост спускается с крыши дома 9, строение 1 по Щепкина. Управляющая компания сообщила местным жителям, сбивать это чудо природы люди должны сами. Однако жильцы уверяют, проблема в крыше дома. Именно оттуда и берет свое начало сосулька, а не с козырька балкона на 5-м этаже. Более того, люди раскололись на 2 лагеря. Одни готовы скинуться и заплатить управдому, чтобы рабочие сбили ледяной нарост. Другие опасаются за свои балконы и стекла и готовы подождать до лета, а далее требовать ремонта крыши.